А на обратном пути. Ой, твою мать! Блять, ты ёб твою мать! Смотри, какой длинный коридор. Это не просто так. Давай вот так пойдем. Так, у меня оружие. Твою мать, что? Успел? Добежали. А, вот я сейчас умру, да? Вот скажи мне, на кой хер нам дробовик? Вот зачем нам дробовик? Он, сука, привязанный, я все равно получаю по ебалу. О-о-о! Пацаны, я назад! Пусти! Это ловушка была, сука, это ловушка. Ой, блядь, что такое? Я бегу и не оглядываюсь. Прибежал. Тупик, блядь. Это просто жопа, блядь. Да ёб твою мать. Как бы так сделать? Ага, статуя орла. А, это какие-то загадки будут, видимо. Вот тут вот загадки, это что-то, видимо, не для меня. Смотри, я умный, я надеюсь. Значит, все, я считаю, догадался сам. Утречка, ты на канале Gantech Games, где мы с тобой играем в разные игры. Продолжаем играть в Край Эфир. Долго мучились мы с данной загадкой по этим сторонам светом. Но теперь все нормально, дверь открылась, и мы продолжаем. Так, смотри, прежде чем зайдем сюда, мне в комментариях подсказали, что есть вот такая вот штука с телефоном. Так, вот так набирать, да? Давай позвоним в службу спасения. Вопрос, нахера мы это сделали? Я думал, что это будет... Еще? А если 911? Не хочешь звонить? 911. А снова? А, все? Так. А какие еще номера есть? Та-та-та-та-та-та-та. Ну нет. Все. Он больше не хочет набирать. Ну ладно. Послушали, как кто-то кричит в телефон. Так, подожди. Оружие. Тут все, ничего не осталось. У нас есть только пистолет. С пистолетом мы и пойдем дальше. Сейчас что, босс будет? Вот это да! Это ключи. А это винтовка. Блин, походу с ножом надо расставаться. Блин, инвентарь полон. Что делать? Так. Нож. Выбросить. Ключ от ворот. На бирке значится ворота парка. Так. Давай тогда выкинем дробовик. Возьмем снайперскую винтовку. Шифт для задержки дыхания и стабилизации прицела. Ага. Так. Давай сделаем вот на всякий случай сюда. А чё, я не могу ее. Что такое? Могу первый только сделать. Вот до двойки доходит. А тут уже не доходит. Ладно, хер с тобой. Пусть будет вот так. Так, что это? Снайперская винтовка, высокомощное дальнобойное оружие с оптическим прицелом, чрезвычайно точное на задержке дыхания. Просто как они за нами бегают, это ничего не поможет. Подожди, я думал, мы сюда придем и будет босс. Босса нет. Уйди. Ты что, с ума сошла? Вот я как знал. А сейчас бы мы были с нашей вот этой штукой. И зачем? Так, смотри, один патрон. Я перезаряжаюсь. По идее, у нас потом в самом конце должен остаться один патрон. Ты просто запомни, что если что, в последней обойме должен быть один патрон. Так,
Мы уже должны кого-то тут вычленять? Я пока никого не вижу. Тогда вопрос другой. Зачем тут нам дали винтовку? То есть логично, что это для этой местности нам дали винтовку. Так. Сохранимся на всякий случай. Я так полагаю, какие? Вот эти ворота, да? Путь свободен. Да, у нас освободилось, но пойдем заберем дробовик. Нож уже хер с ним, а если вдруг патроны для дробовика появятся? И не совсем понятна вот эта штука. Вот если мы выбросим дробовик, и у нас его не будет, там будут лежать дальше патроны или дробовик. То есть, ну ты понял мою мысль, я думаю, в этом плане. То есть вот если бы мы выбросили пистолет, и вот потом начали появляться обоймы, все, мы просто их набираем, а оружия у нас нет. Просто это немножко путает меня система. А, и еще, мне в комментариях... Ой, давай тоже сохранимся на всякий случай. В комментариях мне тоже такую вещь сказали, что там, где за нами гнался этот пилильщик, когда мы бежали по коридорам, по улицам, что у него там лежит оружие, где откуда он вышел. Но это... Ёб твою мать, что это такое? Ой, откуда, кто? Не понял. Так вот. Кто-то кидается. А, это ты бросаешься? А ты что там делаешь? Спустись вниз, пожалуйста. Спустись, блять, вниз, пожалуйста, говорю. Да падла. Упал. Хорошо. Так вот, там у него лежало оружие. Как туда это пробраться, как это получить? Хер его поймешь. С ножницами. Спит. И плюется. Так. Тут у нас что? Ой, подожди. Подожди. Можно подняться наверх. TL Trading AB Waspit Gardens. Доберитесь до Хэнсон Авеню через станцию Сексон Авеню. Ну, пойдем попробуем. О, видишь, как хорошо, что мы сюда. Ай, да кто? Опять бросается, опять какими-то какашками стреляется. Так, я присяду. Это что такое? Ой! Откуда ты? Где ты? Да ты не попадешь по мне, отстань. Взяты патроны к винтовке. А, это я думал, таблетки какие-то. Так, а давай проверим винтовку. О, все, ну, я думаю, не нужно так тратить эти патроны. Хотя, а нахера они еще нужны? Скажи мне, нахера? А, вон он, тоже бросается. Так, давай я вот у вас тут пройду. Блин, мне нужно тебя сфотографировать. Вдруг ты... Ой, прикольный. Сейчас, подожди, только не стреляй, блядь. Сейчас я тебя... На превьюшку возьму. О, красава. Вот так, упал. Ну смотри, тут нам прям есть куда идти. Тут заперто. Тут у нас что? Тут можно, да? Значит, пошли назад. Значит, пойдем все-таки в ту сторону. Так, и что еще я понял, что в принципе, если мы пробежали вот так и ничего дальше не взяли, то никто появляться и не должен. То есть, если бы мы не взяли винтовку, то не факт, что за нами пришла бы эта мамка. Хотя, может, и пришла бы. Давай пройдемся здесь. TL Trading. AB. О!
К двери нужна ключ-карта. А, ну вот, вот, хорошо. Почему сразу это не решил не заходить? Ну, я думал, что здесь тупик, поэтому не заходил. Все же логично, логично. Ну, давай пробежимся чуть быстрее. Ну, в принципе, у нас есть пушка, поэтому нам стамина особо сейчас не важна. Так, о, сохранение. Оно всегда не к добру. Так. Так. Ой, ох ты дурак, ох ты дурак. Да умри ты, блядь. Последним патроном. Ага, так, вас тут может быть очень много, я так подозреваю. Нет? Никого нет? Просто если бы... Что? Что был за звук? Кто стреляет? А. Я жму. А, я могу переходить? Ой, заканчивается время, быстрей. Переходи. Что это, телефон звонит? Серьезно, телефон звонит? Hello? Алло? Сай, это вы? Hello? Алло? Я не слышу вас. Кто это? Симон, это Со. Где? Сейчас. Откуда у вас мой номер? Вы можете помочь мне? Что за хрень творится в этом городе? Мне, но пого тобой, Саймон, я вверх крыш на про парка. Вы что? Вы на крыше? Я не могу разобрать, что вы говорите. Алло? Алло, вы еще здесь? Так, вот дерьмо. А это телефон, оказывается, звонит. Я думаю, что это за пиликалка странная? Так, не с этим ходим. Не с этим ходим. Хотя смотри, если что, вот так давай ходить. Стрелять буду на правую, все. Шприц, очень много набираем. Барахла. Похоже, я могу срезать путь, пройдя через TL Trading к Saxon Avenue. Так, а мы где? Мы где? Парк Лайн, Saxon, вот Saxon Avenue, станция. Мы, видимо, здесь. То есть нам нужно пройти через парк. Видимо. Он об этом говорит, что мы можем сократить. Вот здесь пройти, хорошо. Блин, как неудобно с... Ой. Что там? А как неудобно с... Ой! Здрасте! А ты чё не умираешь? Блин, патроны в никуда. Ясно. А вас чё там много? О, ты посмотри, у них тут веселуха вообще. А сколько вас там? Так, один тут. Три там. Пятый получается. Вон он стоит. А я не могу вас отсюда всех поснимать? Бесполезный хлам. Блин, я не хочу там с ними бегать. А придется. А придется в том-то... О, ты откуда взялся? Бежит, дурень, блять. Откуда ты пришел? Так. Я тут буду долго бегать. Откуда он взялся? Так, смотри внимательно. Если видишь что-то, что моргает, что можно подобрать, говори. Потому что я могу не заметить. А, вы что, перепрыгиваете? Бред. Бред, блядь. Иди сюда. Чего вы все сюда подошли? Суки. Смотри, они еще выбегают. Так, у меня патронов максимально мало. Максимально мало патронов. Бежит. И в
Второй, следующий. Ой, блядь. Так. Патронов максимально мало. Максимально, а их максимально много. Максимально. Самое, что плохое, нужно смотреть и вдаль. Вон бежит, мразь, бежит. Ай! Не попал. А, подожди, а где? Я же... Так, все. О, вот так. Хорошо, пойдем вот так. Ну где вы, блядь, выходите все. Вон он бежит. Подходи сюда, сука. Ой-ой-ой-ой-ой, зараза. Оп, все, два раза? Серьезно, два раза? Смотри. Мне должны за это ачивку дать. Оп. Ха-ха-ха. Я запомнил вас, твари. У нас много шприцов, давай воспользуемся, потому что мало ли кто сюда сейчас может прийти, а сохранение далеко. Согласитесь, это было очень красиво. Я считаю, что это было очень красиво. Я ударил всего два раза. В смысле? Это он перепрыгнул через машины? А что это за место? Двери заперты. Видимо, нам нужно будет сюда еще приходить. Так. Пистолета у нас не осталось. Осталась винтовка. Но когда они на нас бегут от этой винтовки... Лопата. От этой винтовки толку мало. Ой, что это? Что-то помечено кровавыми крестиками. Надо разобраться. А, мы должны что-то раскопать? Так, блин, я ногу отсидел. А, и у меня колет нога. А, подожди, там что, двери везде были? Вот эта дверь? Нет, это только туда дверь, значит, ведет. Ой, нога колет. Эта дверь чем-то заблокирована. Хорошо. Значит, нам туда пока не надо. Слушай, я вроде походил. А, ну вот это вот, да, копать надо. Вроде тут безопасно. Относительно. Относительно безопасно. Новые суки будут появляться, я тебе отвечаю. Так, а если... Да, давай пистолет выбросим. Он же нам сейчас не нужен. Где он, кстати? Блядь, где пистолет? О. Так, давай я его выброшу на видное место. Выбросить. Блин, а почему его не видно? Не понял. Выбросить. Что за прикол? Давай выбросим его на улице. Вот здесь. Выбрасывай. Блин, он сливается. Да, он почему-то... Давай вот здесь. Выбросить. О! Сука, забуду про него. Ладно, пойдем. Берем лопату. Интересно, лопата, если что, отбиваться можно? Лопата, можно копать и землю хлипковато для того, чтобы служить мне оружием. Ага, нельзя, значит. Так, мы, получается, здесь. Где-то должна быть сцена вот эта. Видимо, это сцена. Давай поймем, где сцена. Непонятно. Суперский рисунок, я ни черта в нем не понимаю. Где сцена? Какая сцена? Так. Что? Кто проектировал этот парк? Какая-то хрень. Короче, проще ходить, искать вот эти вот...
Так, подожди. Вот прямая, да? Вот прямая. Так, это я понял. Например, прямой еще какие-то дорожки должны быть. Их тут нету. И смысл в них. А, так вот она. Вот, все, я сообразил. Вот тут какая-то... Да? Ну, ну да, все. Вот, вот, ага, вот. Это тут строительные хрени всякие. Вот этот закоулок, где мы были. Вот там справа. Вот. Да, 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 все, я сообразил. Так, нам получается нужно... А вот это что такое? А, это за дверью находится. Там мы пройти не можем. Ну пошли покопаем самую ближайшую. Самое ближайшее это вот это. Выкопали. Патроны. Класс. Так, никто не появился? Теперь вот сюда тоже какая-то дверь есть, смотри. Дальше какая-то дверь есть. Вот она, дверь. Тоже заблокирована. Вот еще есть. Давай, копай. Вот патроны для пистолета. Но пока мы его взять не можем. А зачем это все закапывали? И кто это все закапывал? Тут у нас что? Ключ. Инвентарь полон. Класс. Дробовик. Ну давай дробовик бросим. К пистолету давай его бросим. Только ты никому не говори, я его брошу к пистолету. Так, кто? Слышь, это... Это вот кто-то... как это называется-то? Хрюнчит. Что он делает? Кто это стреляет? Хрюкает. Во, вспомнил слово. Блин, забыл. Сейчас я брошу, подожди. Выбросить. И возьму ключ. Вот они наши лежат, оружие. Возьмем мы ключ. Ключ от входа. Ключ от дверей какого-то дома выкопан из земли. Я предлагаю еще походить, покопать. А что если у нас вся серия займет на то, что мы просто раскапываем? А, вон ты. Блин, я до тебя не достану. Слушай. Слушай, я до тебя не достану. А, вас там много. Оп, упал. Блин, патронов нет. Так, а он их пополняет. Значит. Так, все? Больше никто не хрюкает? Я не слышу. Так, ну, наверное, вот эта дверь. А, это ключ от... Это от того дома. Ага. Так, мы, получается, выкопали вот здесь, вот здесь, вот здесь. Еще есть вот здесь, вот здесь и вот здесь. Три штуки есть. Давай их раскопаем. Вот, одна. Просто мы тогда и лопату выбросим и будем ходить с оружием. Обойма для М16. Вот, по идее, вот эта М16 должна была лежать там в комнате у этого бензопильщика. Если я правильно читал описание. Так, где-то вот здесь. Ага, вот она. Шприц. Неплохо. И где-то вот здесь. Вот это? Да, действительно, вот это. Так, ну и все. Ну и все. Все, что можно было выкопать, мы выкопали. Молодцы, молодцы. Я считаю, что мы молодцы. Так, мы, получается, были во всех вот этих местах. Осталось один вот здесь и один вот здесь. Хорошо, все, пойдем лопату менять на оружие. Так, у нас... Лопату мы выбросим. Возьмем
Пистолет. Перезарядим пистолет. Что у нас по дробовику? Там патронов вроде бы не было на него. Выбросить. Нет, на дробовик патронов не было. Значит, выбрасываем дробовик. Блин. Выбрасываем, говорю, дробовик. Берем вот это. И у нас инвентарь полный. Так, это будет второй, это будет третий. Все, я готов. Пошли. А тут сохранения-то что, нету? А то мы так много всего сделали. А, ну я сейчас это открою и возьму дробовик. О, о, хорошо. А вдруг там мы патроны найдем? Поэтому это как бы нужно. Может, я, конечно, лишнюю работу делаю, но а что поделать? Я бы и с лопатой побежал, если бы можно было. Лопата бы хорошо их перевешивала бы так. Так, а дом большой. 25 написано. Ой, подожди, 0835321. Ну-ка, 0835. Может, не зря? 0835321. 0835321. 0835321. Правильно написал? 0835321. Нет, не звонит. Ну и что это? А было бы прикольно. Согласись, было бы прикольно. Ладно, пойдем. Что нас тут ждет? Сохранение. Тут нас ждет сохранение, пожалуйста. Пожалуйста, я ж попросил. Кто это? Сова какая-то. Блин, мне нужно сохранение, пожалуйста. Лифт не работает. Велик. Сейчас мне это... Так. Почему тут нет сохранения? Мне страшно туда идти. У нас есть пистолет, ладно. Кто это издает непонятные звуки? Какая красивая лестница. Так, я предлагаю пройти сначала по коридорам, потом будем ходить по комнатам. Я сейчас выпущу в кого-то всю обойму. Блин, а тут нет никого. Ладно, пойдем снизу. Так, тут мы были. Дверь не подается. Лифт не работает. Дверь не подается. Дверь не подается. Ладно. Это последний этаж. Я готов стрелять. Кто-то хрюкает, сука. Кто хрюкает, падла. О, таблетки. Ой, сохранение, спасибо. Хорошо. Мы, по крайней мере, обнаружен костюм Mod DB Hoodie. А как это? Что за костюм? Я могу тут переодеться? Телефон есть. Смотри, есть телефон. А, это пульт. Шашки. Телевизор не работает. Разбитое окно. Почему-то кружка красная подсвечивается. Нет, сейчас мне не надо. Дверь не поддается. Так, сейчас появится какая-то мразь. Нет. Не подается, не подается. Не подается. Подожди. А в чем прикол? В чем прикол? Я что-то не так сделал? Видимо, нам нужно именно в эту комнату. И что-то здесь надо сделать. Да, тут кто-то хрюкает. Я же говорю, кто-то хрюкает. Так, сохранимся на всякий случай еще раз. И... Дверь не подается. А что такого? Что мне надо сделать? Оп, свет включили. А-а-а.
А, я знаю, кто это хрюкает. Это этот дурачок на кровати хрюкает. Точно он. Это точно он. Какой тут сильный ветер. Ага, но если упадем, то умрем. Я тебе отвечаю. Это правда жизни. А я тебя вижу. Я тебя вижу. Куда ты побежал? Вернись. Сука. Он сейчас сюда придет. Вон он. А, вот ты. Хорошо. Какой-то вагончик. А где нам переодеться? Где тут гардеробная? А нахера нам тут ходить? Так. Там страшно. Ой, аккуратно. М16. А вы мне дадите эту пушку? Я бы с ней пострелял. Должна быть. Видишь, если так подают патрон, то должна быть. Так. Ой, ты это где? Ты где? О, умер. А как ты тут меня поджидал? Я что-то не... А, это ж мы вот это, тут он бегал. Все, я понял. Хорошо. Хорошо, я понял. Так. Все, тут никого. Все, чи... Ой, здрасте, прилетел. Ой, а ты прям летаешь. Зачем ты это делаешь? Я в тебе... А, ты что? У тебя кровать защищает? Его кровать защищает, ты прикинь? Кровать эту тварь защищает. Так. А вот я тебе говорю, и дробовик. О. Нам что, прям по краю идти надо? Я очень... Блин, сейчас как рывком пройдем. И это аккуратно. Страшно. Так, подожди. Я сейчас прицелюсь. Вот так. Раз, о. Раз. Ага, все отлично. Просто не хочу проходить заново. Это нормально. Это вполне логичное желание. Так, что мы тут видим? Я скажу, что ничего хорошего. Это прям точно ничего хорошего. Так, тут ничего нет. Ладно, полезли. О, подожди. Ой. А, вот мы что на крышу забирались. Это что еще? Софи? Какого черта ты тут делаешь? А, привет, Саймон. Что? Я уже вообще ничего не понимаю. Что именно ты не понимаешь? А ты подумай. Весь гребаный город заполнен монстрами, и я только... Я хочу сказать, и вдруг ты оказываешься здесь, на крышах? Что ты здесь делаешь? Ты в порядке? О, монстры? Саймон, ты пугаешь меня? Пугаю? Да что за хрень? Это просто бред какой-то. Ну я... Может, это все только... Давай сменим тему. А хер ты делаешь на крыше? Ты как вообще? Ты что на крыше забыла? Не знаю, что сказать. Это что, бывшая твоя? Я в замешательстве, пожалуй... А ты... А, я в замешательстве, пожалуй. Неплохо, спасибо. Чуть лучше с тех пор, как ты здесь. Да, я... Я тоже рад, что ты здесь, Софи.
Я так долго был в полном одиночестве. Понятно. Похоже, тебе было не сладко. Но что насчет тебя? Почему ты здесь? Спряталась повыше от всех этих тварей? Нет. Я и вправду не понимаю, о чем ты говоришь. Не ври. Я просто размышляю. Как меня убить? Размышляешь? Да, со мной такое тоже бывает довольно часто. Ты помнишь, как ты тут очутилась? Я не знаю. Ну, потому что, когда я очнулся, я был уже на аллее и... Погоди, я даже могу показать тебе. Нет, не стоит, Саймон. Давай лучше просто посидим тут немного. Ну да. Конечно. Ага. Хочешь что-нибудь узнать? Yes. Да. Yes, да, хочу. Хочу узнать, что за чертовщина тут вообще творится. Это все из-за этого доктора, который в противогазе? Доктор? Саймон, пожалуйста. Нет, я имею в виду школу. О. Ну да. Что? Ну, не знаю, знал ли ты об этом, но мне всегда было тяжело в школе. Ты был, ну, пожалуй, ты был единственным, кто относился ко мне по-доброму. Я об этом никогда не говорила, но мне действительно хочется поблагодарить тебя за то, что ты сделал мою жизнь чуть более сносной. Ты милый, Саймон. О. Ну да, тебе порой не сладко приходилось, спасибо. Угу. Это она сова. Слышишь, она сова. Думаю, я помогал тебе, потому что ты мне нравишься. Ты одна из лучших девчонок в школе, и... Я не знаю, просто... Наверное, я стремился защищать тебя. Я не люблю тебя, но я думаю, что мог бы, если бы мы узнали друг друга получше. Ты такая красивая, Софи. Почему ты не сказал мне... Ни о чем раньше. Мне бы никогда не хватило духа на это. Ну, то есть, я же не был самым крутым парнем в школе, так ведь? Но сейчас, когда мы здесь одни, я чувствую себя сильнее. Конечно, нихера себе там монстров херачишь. Ты всегда нравилась мне, Софи. О, Саймон, не знаю, что сказать тебе. Ты мне тоже всегда нравился, но не в этом смысле. Я всегда считала, что мы просто друзья. Не более. Прости. Френдзона. Ох. Огни горят, видишь? Все должно быть нормально. Вроде как. Но, черт. Так много всего случилось за последнее время. Все это безумие. Темнота и эти монстры. Мне кажется, я схожу с ума. Я был так рад встретить тебя. Ну да, столько всего происходило в эти дни. То есть она в курсе? Это точно. Это ты мне звонила по телефону в дороге? Да, я хотел поговорить с тобой, чтобы оставить все это. О, но что? Не то, что происходит здесь? Нет, вообще все, покончи с этим всем. Ты хочешь предложить... Что? О чем ты говоришь? Хочешь предложить спрыгнуть с крыши? Ты отлично понимаешь, о чем я говорю. Вот что ты на крыше делаешь. Постой, ты имеешь в виду совсем... Нет! Фига! Поворотище! Нет, нет, нет! Софи! 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 Но почему это... Но почему она это сделала? Что за дерьмо? Это не имеет никакого смысла! Что? Кто это? Почему он летает? Глянь, какой у него забавно трепещутся ножки. Может, ты ее заставил это сделать? Зачем? Зачем? Больной ублюдок! Мне с тобой сейчас драться? А сохранение, блядь! Где, сука, сохранение? Блядь, он рыгает. Толстяк его зовут. Он срет, смотри, он срет. Ты видел?
Мне тебя убить? Ой, что это? Это летающие какашки! Ой! Сука! Так. Так, он стреляет в нас говном с лицом. Ага, перезарядим. Значит, просто к нему не подходим. Правильно, правильно. Зачем нам это с тобой? Так, я попадаю по тебе вообще? Попадаю. Это очень странный босс. Тебе... А, это у меня стамина тратится? Хорошо, давай восстановим. Мне кажется, что-то не то. Как-то слишком легко. Я бы так сказал. Так. 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 Не все? Летят, 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 суки. Так, я хочу взять оружие. Убил. Что сейчас это было? Ну хотя бы тут сохранение не понадобилось. То есть она упала. Потом поднялся какой-то черт. Стрелял в нас говном. С лицом. И мы его слишком легко убили. Мне сейчас просто назад возвращаться? А куда нам идти-то? Я ничего не понял. Так, нам, видимо, в дом нужно пробраться обратно. Либо мы можем попрыгать по крышам. А, нет, ну нет смысла так возвращаться обратно. Ладно. То есть нам возвращаться сюда. Так. Оп. Тихо, аккуратно. Аккуратно. Пройдем, пройдем. Отлично. Все, сохраняйся. На этом, я думаю, пожалуй, мы сегодня и закончим. Это было очень... Странная серия с хождением, с копанием по парку, нахождением Софи, ведь да, не бывшая она его, и плюс еще какой-то хрен на летающем кресле. Все остальное уже продолжим в следующей серии. А ты подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего хорошего.